Друзья мои, я вас приветствую на своем канале. И сегодня состоится очередной подбор автомобиля. Сейчас встречаемся с подписчиком, обговариваем цели, обговариваем задачи. Я уже знаю то, что мы будем искать полноценный микроавтобус, король минивэнов. Да, это Вэлфайры, это Альфарды, но бюджет у нас слабенький. Бюджет реально слабоват. Изначально, когда общались, если мне не изменяет память, бюджет у нас был 2,5 миллиона рублей. Сейчас бюджет немножко у нас поднялся. 2 миллиона 700 тысяч рублей. Нужен свежий год, нужен хороший автомобиль. Сложно. В общем, погнали. Посмотрим, что у нас продается, сколько стоит. Как всегда, покажу автомобиль, в каком состоянии мы его приобрели. Так, чуть не забыл, ребята, у меня есть очень хорошие новости. Эти новости касаются тех, кто решил приобрести автомобиль на аукционах Японии. Итак, с 1 апреля принято решение о снижении стоимости фрахта. ФОП плюс фрахт 120 тысяч йен. Фрахт снижается до 70 тысяч йен. На автомобили, купленные с 1 апреля. Автомобили, купленные до 1 апреля, отгружаются по старому фрахту. Конечно же, молниеносные отгрузки, быстрые отгрузки по японской стороне, их никто не отменял. Они продолжают действовать. Машины сейчас приходят довольно быстро. Для заказа автомобиля с аукционов Японии телефон указан здесь. Для проверки автомобиля привезенного, который находится уже в городе Владивосток, также набирайте, пишите WhatsApp по этому номеру телефона. Для записи на подбор автомобиля, друзья мои, все туда же. Этот номер телефона. Сегодня хорошие скидки. Отдают его 2 миллиона 715 тысяч. По сканеру выдал ошибку. К покупке рассматривали еще вот этот экземпляр. Рынок полный. Автомобилей много. Параллельно смотрим еще Виша. Но, в общем, стал автомобиль. Такой у нас сегодня идет двойной подбор автомобилей. Китай новый. Виша забрали. Значит, нашли вот такого красавца. Обалденный, ребят, вариант. Это 19-й год, не гибрид. Фара, линза, белый перламутровый цвет. Значит, по передней части, смотрите, какая огромная решетка. Массивная такая, туманки, сонары все есть. Штатная тойотовская литье, практически новая летняя резина. Да можно ее даже, наверное, назвать новой. Кстати, резина у нас идет. Так, год резины не вижу я. 22-й год. Хромированные ручки, много хрома. 4 ВД, Альфард. Король минивэнов. Шикарный автобус, огромный просто автобус. По стоимости, как нам сказали, скидки. Сегодня хорошие скидки. Значит, отдают его 2 миллиона 715 тысяч. Сейчас ребята пошли попробовать сделать торг. Салон слегка нужно будет почистить. Многие там судят по видео, грязное, не грязное. Ребят, мы вот ходим с покупателем, да, с потенциальным клиентом. Мы видим состояние салона, потому что я уже сталкивался с этим. Грязный салон. Здесь салон очень хороший. Автомобиль только пришел, в салоне еще просто не убирались. Итак, 4 ВД, не гибрид. Пробег 100 тысяч, кузов идет весь целый. Боковые двери идут электро. Огромный салон, в этих автобусах очень много места. Салон идет функциональный. Здесь идет подсветка, вторая печка. Сейчас проверяем. Проверяю сканером. Значит, дальше у нас по плану будет. Нужно будет обслужить автомобиль и поставить автомобиль на учет. На учет, наверное, сегодня не поставим. Тут опять какая ситуация. Ребята приехали без денег. Без денег, а деньги нужно снимать аж в трех банках. Поэтому в целях экономии времени я советую всем приезжать с наличкой. Потому что сейчас на снятие денег уйдет, я думаю, пару часов уйдет. Кожаный руль, круиз, кнопка старт, автосвет. Стеклоподъемники в одно касание идут.
100 тысяч пробег, масло менялось в Японии, замена через 2000, но мы все равно будем масла менять. Здесь идет кожа. Магнитофон, знаете, такой смешной, если честно, для данного автомобиля. Сюда однозначно нужно какую-нибудь голову огромную ставить на андроиде. Электронный ручник. Ну, в общем, все есть. Бардачок. Вот здесь бархат внутри. О чем это говорит, да, то, что машина... Хорошая отделка материала. 4 балла. Настоящий родной аукционный лист. Бьется статистики. Кузовщина вся идет целая. Пасканер выдал ошибку по навигационной системе, но это связано с тем, что магнитофон здесь другой установлен. Так, что вам еще здесь показать? Шикарная, конечно, отделка салона. Да, это не максимальная комплектация. Есть вообще лялечки. Но за эти деньги очень-очень даже хороший вариант. Огромный бардачок. Снизу ключ идет. Ключ идет один. Два подлокотника. Покупки рассматривали еще вот этот экземпляр, но это Wildfire. Изначально был запрос на Альфарда. Тоже хороший бальный автомобиль, не гибрид он, также на светлом салоне. Так, аукционника здесь нет, но я его в статистике открывал, смотрел, хороший вариант по ценнику. Примерно так же, он даже, по-моему, чуть-чуточку подешевле. Вот наглядно можно посмотреть трансформацию салона. Рынок полный, автомобилей много. Друзья мои, я хочу напомнить, что вот на такую услугу подбор автомобиля в течение дня нужно записываться заранее. Не за день, за два, за две, за три, за четыре недели. То есть есть запись уже вплоть до июня месяца. Поэтому звоните, интересуйтесь по записи. Значит, по низу машина 4 ВД. Я думаю, сейчас заедем куда-нибудь на подъемник. С подъемника вам покажу его. Значит, параллельно смотрим еще Виша. 17-й год, пробег 21 тысяча, но, в общем, стал автомобиль, стал. Информацию показали, в случае покупки будем поднимать, смотреть, убедимся на 100%. Там с левой стороны что-то было, пробег 21 тысяча, рассматривается вот этот вариант, 17-й год, пробег сотка. Он целый, 4 балла. Еще черненький видели, монотон. Сейчас посмотрим, дойдем к нему, нет. Цена, интересуемся ценой. Так, кстати, тот серый 1350, 21 тысяча пробег. 101 тысяча целый. Есть даже круиз-контроль. Шутка. Это так поставили, на них не бывает круиза. Кстати, сканер, кто спрашивал, Launch X431 Pro. Такое у нас сегодня идет двойной подбор автомобилей на авторынке «Зеленый угол». Wildfire денежку снимают, сейчас отзвонились, ой, Альфард, извиняюсь, все нормально, Виш, монотон, так, сейчас я год скажу, год не помню, 14-й год,
4 балла, 47 тысяч пробег. Документов на автомобиль нет. Но машину берем. Смотрите, 47 тысяч пробег. 47 тысяч пробег. А руль? Вот такой вот руль. Не знаю, что тут японец. Грыз его, что ли, зубами. Вот, также по электрике все отлично. Здесь вопросов нет. Подрулевые лепестки, кнопка старт, антию, складывание зеркал. Бардачок, два ключа бонусом. 1 315 000. 1 315 000. Шепчет. Сяк вот такой. Оп, булавка японская. Так, можно вот так. Заехали за резину, взяли вот такой вот Гуфон, Китай новый. Зима, то есть все еще продолжают ездить на зиме. В общем, заехали поменять масло в двигателе, в вариаторе. Вот, и параллельно отзвонились, документы на Виша готовы. Сейчас поедем забирать еще Виша. Виша забрали Виша, значит, Альфард перебывается на зиму, на Виша не купили еще. Сейчас ребята с города уезжают, поедут к друзьям в находку, побыстрее выбраться, пока пробок нет. В общем, шикарный автомобиль, клевый, хорошая цена, прям обалденная цена за данный автомобиль, видите, взяли Lexus. Ну, понятно, что это просто шильдик. В воскресенье вернутся в Владивосток, и два автомобиля будут ставить на учет. Виша тоже будут переобувать. Оформили страховочку, поменяли масла, фильтра. Все сделали. Жидкость в вариаторе тоже поменяли. В общем, состоялся очередной подбор автомобиля. Ребята делают свои дела, едут к друзьям. В воскресенье возвращаются обратно, ставят автомобиль на учет. И домой своим ходом. Друзья, на сегодня будем заканчивать. Всем хорошего настроения. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.